Ну что, друзья, Forza Horizon 5. Пришла весна. За окном тоже поют птички, голубое небо. Ну а я продолжаю играть в вышибалу Forza Horizon 5. Друзья, всем привет. С вами Коляныч. Добро пожаловать на канал Коляныч Плей. И сегодня вот я постараюсь просто вот все, что было, получается, позапрошлых сериях, то, что было в прошлой серии, собрать в одно. Убрать из этого все плохое, оставить только хорошее. Ну, в общем-то, что в основном было только в прошлой серии, которая выходила где-то на неделе, да, по-моему. Вот. В четверг. Точно, в четверг вышло. Я еще тогда думал, что в среду, но вышло все-таки в четверг. Так что вот так вот. Ну и, конечно же, победить. Вот к чему я это все веду. Что получится у нас победить. Еще раз. После прошлой серии. И доказать, что все-таки я что-то могу. Ну и плюс интересы контента на канал тоже никто не отменял. Так, вот тут что-то я появился, да? Ничего нету. Интересно, вот я вот там на кругу стоял, а вот один есть, подожди. Один? Походу один. И сзади кто-то есть. Так что давай, значит, немножечко фокус, фокус, фокус беру. А, он не поехал. Ну, молодец. Так, сейчас нужно еще по зоне определиться, подожди. Ну давай быстрее уже. Так, зона, тихо. Ну, стандартная зона, спокойно мы в нее успеваем. Тут я что-то как-то вообще ничего не вижу, если честно. Вот если уж прям вообще честно, ничего не вижу. Не знаю, я пробовал вот поменьше разговаривать, да? Ну, то есть, реально, просто чтобы больше была концентрация, соответственно, вроде должна быть, ну, поинтересней моя игра, да? Более какая-то победоносная, или как сказать по-другому. Может, в комментариях написать. Но тут ничего нет. А, вон, смотри. Все-таки тут пару мест есть. И что тут? S1 возьмем. S1 возьмем. Так, поехали. Уже более уверенно в зону. Там нету. Сейчас просто реально очень интересно, чем будет. Точнее, как будет оборачиваться игра, потому что вот. Просто какое было дикое невезение в позапрошлых сериях, и какое было просто реально лаки в прошлой серии, последней. Вот что будет в этой, очень интересно. Поэтому давайте буду... Конечно же, внимательность моя будет влиять, это, типа, понятно. Но, так, что-то не там поехал немножко. Нормально. Ой-о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 й
Он же не успеет? Он не успеет, я ближе. Понял. Пусть успевает сколько... Сколько хочет. Возьмет? Да, он макан взял. Окей. Какой-то, судя по нику, это какой-то китаец. Да, ну... Пока мы его трогать не будем, пока нужно в зону приехать, потому что вон она догоняет, и уже надо как-то на самом деле более собрано ехать в зону. Более ответственно, потому что она вот уже вот-вот идет. Блин, походу немножко подкушает меня зона. Ну, я думаю, ничего страшного. Думаю, ничего страшного. Идеально, идеально, идеально просто. Вот ты всегда хочешь немножко сократить, а по итогу попадаешь в арену. И все. Но тут я легко проеду. Типа в зону я успею в любом случае. Просто обидно, конечно, у меня тайм-аут. То есть выезжать надо будет где-то, но... Так, сейчас заеду, скажу. Ну где-то, наверное, лучше выезжать где-то в 2, да? Что-то типа того. Еще один макан, супер. А что по дропу вообще другому? Так, а что с зоной? Что-то, походу, около стадиона будет. Что-то вот в тех краях.
Блин, вот там дроп чекает, мне это не нравится. Так, что он там, фокус что ли взял какой-то? Пятерка какой-то. Что взял? Мазерати взял. Ну поехали. Да, это центр зоны какой-то. Сейчас понятно, он меня обгонять будет, но я надеюсь, что все-таки я как-то смогу ему конкуренцию сыграть. Создать, точнее. Оп, ой-ой-ой, блин. Блин. Так, он пусть все ломает, мы прямо за ним едем. Понятно. Вот, друзья, вот видите, просто везение на одну серию, реально. Пожелаем удачи. Ну, я просто думаю, что я сейчас, скорее всего, отлечу. Хотя, подожди, он там что-то застопорился, нет? Нет, не застопорился. Но на Мазерати он, конечно, сейчас проедет идеально. Там, типа, врезаться почти некуда. Блин, ну как можно... Как можно на дерево словить просто, я не понимаю. Это сейчас ладно, типа, считайте, повезло. Обидно, но как будто бы его все равно не, его бы не обогнал. Поэтому давайте следующую катку проедем и посмотрим, что будет в ней. Так, покатался я тут около вот того места, где меня выбили. Ничего не услышал. Давай все-таки попробую появиться вот тут вот. Там, в первой катке я там ничего не услышал. Во второй, мне кажется, все-таки что-нибудь да должно быть. Причем там реально хороший дроп появляется. Там семерки находил, восьмерки. Девятку тоже. Там же десятка, которую передо мной забрали. Было такое. Поэтому место, в принципе, хорошее. Но вот раз на раз, понятно, не приходится. Потому что в Форзе есть элемент рандома. Какой-никакой. И вот пусто сейчас, смотри, опять. Ни там, ни там, ни... Ни тут. Ни в той... Или в той стороне есть, подожди. Есть, есть, подожди. Вон есть, вижу. Правда, не один я его вижу, но... Давай попробуем успеть. Здесь все-таки там чу... Понял. Возьмешь, что это? Кватро, бери кватро, я поеду туда. К тому дропу. Там их два причем. Я думаю, поеду к этому. Так, там, походу, у них сейчас могут быть интересные приключения начаться уже. Так, зона... Давай быстрее, Цуру, едь. Зона почти та же самая, да? Ну, не-не, подожди. Это, кстати, уже может быть фестиваль. Зона. Так, а тут у нас... Хорошо, подожди. На этой машине восьмерки вышибать только так. Зная зону. Поехали до того дроба доедем и понесемся на РСке в зону. Ну или там на той машине, которая там будет. Потому что в этих кустиках, как мне кажется, что-нибудь хорошее может быть. Вполне себе. Да ёп. Блин, за фары так отвечу, что ничего не видно по итогу. Макан. Не, Макана не буду брать. Вот тот чувак пусть берет Макана, я Макан брать не буду. Ну и, конечно же, тактика на РС-ке стандартная, да? Просто находим соперника, желать на уровне 6-го и едем. Вот дроп, кстати, вон, смотри, есть. А, подожди, это... Не, подожди, это какой-то другой дроп. Не, ну тут, друзья, я тут уж извиняюсь, я поменяю. А я не понял, почему не взяли его? А, они, наверное, в гонке все-таки поехали. Вот там, который взял кватера и вот к нему и подъезжал, и говорил, что у них путешествие начнется. Походу, у них реально началось. Прикиньте, какой они автомобиль пропустили. Кайф. Тут камень есть. Помню, понял. Запомнил. Ну, я сначала просто удивился, что там камень есть, а потом понял, что это камень, нужно тормозить. В общем, уже было поздно. Да, вон, вон, в гонке. Правда, это не они. Те в гонке, скорее всего, уехали уже.
Так, ну давай, наверное, искать соперника, да, пока у нас игроки не особо прокачанные. Блин, сейчас просто реально, прикинь, найти девятку, там, десятку. Хотя вроде бы не видел по чату. Семерка в Мерседес есть, но... Ну, там ничего не мог сделать. С ним спокойно заехаться можно. Так, сейчас зона еще сутится, и мы узнаем, куда ехать. Примерно. Ты хочешь? Сам ко мне приехал, причем. Так, ладно, я тут знаю, там можно проехать вроде, но я поеду лучше тут. Просто мне кажется, тут быстрее и в эту сторону вроде бы ехать. Так, финиш у нас... Ну да, по автостраде нет смысла особого ехать. Ну пока халява, согласен. Против Цюриха. Ну хотя он едет, видите, он типа не выходит. Все дела. Так, аккуратно объезжаем. А вот тут, кстати, подожди, наверное, лучше было вот сюда куда-то завернуть. Сейчас буду Цюриху проигрывать. Просто вот тут дорога есть. И на ней лучше бы выехать, потому что тут мост. Аккуратно, все, вижу. Реально, по дороге просто прокруизить. Потому что там деревья можно поймать, а с моим везением, как бы, ну, лучше реально проехать по дороге. Может, немножко получится медленнее, но зато стабильная победа есть. Так, опять-таки R6. Так, а тут у нас что? Давай. Бронко, фокус, понял. Так, и давай, кстати, смотреть по зоне, потому что я так и не посмотрел пока что. Блин. Походу, самое плохое, что могло случиться, да? Но еще не факт. Еще не факт, так что... Сейчас просто будем смотреть, куда гонки будут вести. Так, это, скорее всего, два в гонке, да, чувакам? Ну да. Но они, кстати, подожди, они едут вот туда. А что у нас сзади? Ага. Ну, спорно. Так, подожди, вон там игроки появились. Мне кто-нибудь нужен, типа, один. Ну, скорее всего, гонки будут, наверное, ну, сюда куда-то, да? Судя по всему. Как я понимаю. Так, а может быть какая-нибудь? Не может быть. Так, X5M. Хороший автомобиль. Это все там тусят почему-то. Да вы все в гонке. Почему нету свободных игроков? Вон там кто-то один есть, подожди. Ну тут гонка точно назад будет. Куда-то. Главное на Мерседес не наткнуться. Поедет он за мной? Не поехал. Это МГ метро? Ладно, поеду отсюда лучше. Нет у меня особого желания сейчас просто МГ метро проигрывать. Или что-то... По-моему, это что-то белое было маленькое, да? Но если белое маленькое, то МГ метро. Так, вот там еще кто-то есть. Вот смотрите, вот сейчас мне не везет с соперниками, да? Вот я сейчас уверен, я сейчас найду какого-нибудь лоу-левел и ему проиграю. Естественно. Так, сейчас давай еще раз зону подождем. Да нет, до десятки, думаю, успеем дойти. В принципе, потому что мы немножко очень быстро левелапнулись. Угу. Ну, я так, в принципе, и подумал сначала, что это такое. Оно так и оказалось. Так, и соперник. Кто-нибудь.
Вот, есть. Экзокат? Ну ты... Вот и поехал. Идеально просто. Вот сейчас бы он меня подождал, да, и было бы вообще супер. А вот сейчас я хочу, чтобы он меня подождал, потому что... Ну что это такое? Блин, реально, играем в догонялки. Блин, походу, друзья, рубрика догонялки переходит из Бимку в Форзу, да? Ну, просто, ну а что? А, и вот он у края зоны меня ждет теперь, да? Да? Реально? Подожди. А, это пчела. Ну, ладно, нормально тоже. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. Так, он пока там на своей чоли закарабкается, в принципе, да? Потому что мы знаем, что это задний привод, это баги. Все мы это прекрасно знаем. Так, что-то у него там... А, это даже эта зона, я тебя услышал. И тут, ну да, давай сначала на дорогу выйдем, вот это вот. Да, он сейчас точно по джунглям так не проедет, как я. Ну, точнее, я пока по дороге поеду, пока есть возможность такая. Ну, куда ты? Просто снесло. Да, управляемость, конечно. Он вышел. Хорошо, молодец. Зона, честно, моя самая просто нелюбимая, реально, самая... Самая такая... Может, на GTA остаться. Просто реально, я в этой зоне вообще очень мало ездил. И вообще, ну... Не в кайф мне тут кататься. Че, он ко мне поедет, нет? Не поехал. Но отсюда, кстати, я знаю, как ехать. Подожди. Если он там сейчас подождет... Поедет? Хорош, это еще и Порш, вообще зашибись. Нам вот сюда. Да. Я просто единственную запомнил, единственный финиш. Так, подожди, по-моему, тут лучше срезать уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. ГТР, давай! ГТР! Он там тоже застрял. Супер. Чё тут? А, слышишь? Не уезжай, стой. Ты подождешь меня? Уехал. Еще один? Спасибо, что подтолкнул. Зараза, ну куда ты? Парши, кстати, как-то много, да, этих пятого уровня? Пипец! А-а-а! Опасно, очень опасно. Я сейчас Парши 4 пятого уровня встретил, да? Два в гонке, два еще каких-то. Хуниган. Берем и едем на старт. Потому что, по-моему, я уже немножко припоздал даже, да? Ну да, есть моментик. А куда ехать-то, подожди? Ага, вот туда. Ну, к игрокам, короче, просто едем и все.
Так, давай попробуем через пирамиды пролететь. Точнее, на пирамиды сначала пролететь надо. На Центенаре у меня не получилось это сделать. Может, хоть получится на Хунигане это сделать. Не, не получилось. Еще мне кажется, что не там поехал. Ладно, исправляюсь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, давай-давай-давай-давай. Ну вот опять, прикинь, можно было просто ехать реально, не на пирамиды, а на эту. Тут никогда не угадаешь. Постоянно эти финиши разные. Но там он, конечно, уже нигде не ошибется, и он там уже финишировал. Подождал еще. Ну, я бы тоже, кстати, подождал. Фух. Ну ладно, второе место, знаете, тоже неплохо. Давайте вот еще одну, и вот в ней уже постараюсь занять первое место. Опа, пентхаузы чего на фестивале? Подожди. Это, конечно, хорошо, но... А появиться... Не, давай тут же появлюсь, где я стою. Там просто я не знаю, где въезд, там где появляться надо. Надеюсь, успею. Блин, надо было там появиться. Ну, в общем, фиг знает. Сейчас реально повезет, не повезет просто. Если не везет и меня вызывают, то я просто выйду и начну следующую катку, последнюю. Ну, а если нет, то это последнюю. В общем, все, давайте пробовать смотреть. Дропа, как всегда, полно. Но нас интересует пентхаузы пчела. И кто тут появился? Фух! Супер! Где? Поехали за Суриком. Вот это вот, конечно, вот приколы, чел, я их реально не понимаю. Вот почему, когда я газую и поворачиваю, ее просто резко заносит. В смысле, я понимаю? О, и от меня Цурик уже уехал. Вполне нормально, он может со мной посоревноваться. Так, вот там сейчас все к дропу едут, да, поэтому надо... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто-то нашел форт Бронко 10 уровня. Поздравляем с этим. Надеюсь, это не где-то рядом. Кому ехать просто, я не знаю. Давай к этому поедем. Сюда, вот. Пропали. Супер. А вот там не пропали, подожди. Так. Вышел? По-моему, да. Ну, ладно, что, пока халява есть, надо пользоваться, я считаю. Феррари. Хорошо. Окей. Для асфальта идеальный автомобиль. Но асфальт нужно найти еще в Мексике. Так, повело вот сюда, да, куда-то? Блин, это что? Это, ну, ну да, это может быть гора. Может быть. Не знаю, я причем издалека увидел, что какая-то растительность странная. Вывернул и все равно не вывернул. Девятка. Что-то какая-то сильная сессия. Уже Бронко, девятка. Хуниган. Был бы трекок, я бы с ним заехал вообще легко. Но хотя ладно, этот, сейчас, наверное, в шоке вот как раз таки те, кто на Цуру едут, да? И так далее. Я-то, в принципе, тоже не на слабом автомобиле. Катаюсь. Так. Так, ты Субару взял?
Там тройка какая-то была, неинтересно тебе это. А, даже двойка. Куда ехать, только вот вопрос. Давай, 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 Феррари, Феррари! Гарам. Это Гарам. А я на Феррари. Так и... Ага. Давай, перезвонишь. Ладно, да, тут туда надо ехать, согласен. Тихо! Ладно, я перезвоню пока. Бля, тут же есть какой-то заезд, да, хороший вроде бы. Должен быть. Не здесь это, нет? Да ладно, ты тут не заедешь. Малышка, ты моя кривая. И что делать? По сути, осталось-то чуть-чуть проехать, подожди. Да ты... Я просто скольжу, подожди, я даже не могу вырулить, чтобы поехать наверх заново. Я боюсь, что он заехал. Ну да, он заехал. Скорее всего. Ну что это? Это ужас какой-то. Ну я, короче, запомнил, да, что на Феррари нельзя заехать. А не знаю, где он вообще. Я думаю, что он поехал по тому заезду этому, и все. И сейчас заедет, и все. 700 метров, а, осталось. А я просто заехать не могу. Не, ну это пипец, все. А, вот он, подожди. Тихо, 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 тихо. Все, он финиширует. И вот так всегда просто. Как только я на Феррари, мне дают гонку на гору. Смотри, тут он забирается. А там она не хотела забираться. А, понял. Блин, он просто там сейчас едет и смеется. Так, давайте еще одну. Не так, так заканчивать нельзя. Так, друзья, тут что-то вот нету ничего вроде бы, да? На стадионе. Так, где появиться? Где появиться? А давай вот тут. Сегодня не появлялись. Для разнообразия можно появиться. Не, ну просто у меня не первый раз такое, реально. Что у меня четвертый уровень, как-то я против Макана ехал тоже. Он заехал, а я нет, потому что у меня Феррари. Задний привод. Не, ну я понял, что нужно было ехать все-таки, но... Друзья, опыт. Я приобрел опыт. Соответственно, в следующий раз на Феррари я поеду только по выученному маршруту. Вот этому вот замечательному заезду. Он же съезд. Так, ладно. Мы используем эту машину как талисман, если что. Реально. Талисман. Удачи. Вдруг сейчас просто я вот на ней, именно на ней, найду 10 уровень. Прикиньте. А это потому, что все мини-GSV баги. Вот тут десятка, смотри. Нет, тут... Тут нормальный 4 уровень. Берем. Такс. И мы в зоне уже. Там зона прямо около нас была.
То есть это может быть... Ну, наверное, да, это вот джунгли. Сейчас я тут дроп посмотрю. А вот что-то там есть, подожди. Так, нет, это не в зоне. Уж маль, не в зоне. А вон там есть дроп, смотри. Поехали посмотрим. Вот тут десятка, смотри. Просто 10. Но тоже неплохо. Все, тоже неплохо. И можно уже там слева соперник был, поехать вышибать. Чего? Ты что, прикалываешься? Что, прикалываешься? Ну, естественно, нашел хорошую машину и тут же должен встретить машину, которая сильнее. Это же так логично. Ну, кстати, он там застрял, подожди. Так, не, вот тут поеду, тут, по-моему, посвободнее растительность. И дорога тут есть. Ведь... Так, чуть поехали, свернули. Я лучше буду комментировать, потому что... Соперник у меня, мягко говоря, не слабый. Там тролка где-то был, понимаешь? Там еще дроп. Так, а тут, подожди, куда лучше вылетать-то? Честно, не знаю. Понял, увидел. Увидел, тихо-тихо-тихо-тихо. Не попал, не попал. Блин, он-то по воде быстрее, он-то по воде быстрее. А-а-а! Не, ну опасно. Очень опасно. Но он там где-то вначале запутался. Это, поэтому получилось, что все-таки мы победили. И нам дают... Естественно, Форза предлагает выбор. И мы берем Trailcat. Да, вот в такие моменты очень грустно, конечно. Могли бы им Фодор дать. Ну, конечно, и на нем тоже, да, проигрывал, но, типа, он получше будет. Так, вот сейчас зона сузится. Кстати, нормально, первые 30 игроков. Первое сужение, я уже на 7 уровне. С одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Почему? Да потому что я легко могу десятку Цурику проиграть. Ну, там не Цурику, я не знаю, Паршу 5 уровня, например, да, вот сейчас я девятку. Это да, или подожди. Это быстрая зона. Все, окей, я тебя услышал. Для быстрой зоны, конечно, автомобиль у меня очень подходящий. Туда ж куда-то, да? Или туда? Да нет, туда скорее всего, подожди. Да. Все, окей, правильно, поехал. Правильно понял. Тут, кстати, лучше на дорожку вывернуть, подожди. Аккуратненько. Вот так. Да. Супер. Так, ну и вот так вот тут едем. Тут можно, по-моему, сократить. Тихо. Я выруливал. Блин, сейчас бы 7 уровень 5 проигрывать. Ну, ладно, нормально. Он, кстати, не ошибся. Молодец. Так, все, это быстрая зона. Надеюсь, нам сейчас дадут ГТР. ГТР. И мы уже будем... Да. И мы уже будем, соответственно, просто вышибать по полной программе. Потом там что после ГТР? Фиеста, да? Только что мы этому, по этому пути проходили. И, возможно, Хуниган. Но лучше, конечно, Мерседес. Так, сейчас будет сужение. Одно из, главное никому не попасться по глупости. Там у кого-то гонка, что ли, закончилась? А, это, наверное, выбили. Наверное, это выбили, да, поэтому. Поэтому он просто пропал с карты.
Так. Это, кстати, попахивает на самом деле нормальной каткой, потому что, в принципе, я не на неплохом автомобиле, а зона еще большая, да? Кто-нибудь нужен? Прям вообще кто-нибудь? Можно туда съездить. Вон там есть игроки. Просто хочу именно... Понял. Сюда, да? Вышел? Не, не вышел. Ладно. Я хотел, но я в заборе застрял. Ну, это обычное дело. Прям вообще, ну реально, ничего нового. Так, все, давай, сбери. Что ты деревья ловишь? Коляныч, ты чего? Так, гонка, гонка, гонка. Так, зона сузилась. Да-да-да, все, быстро, окей. Ой, глаз чешется, секунду. Все, нормально, почесал. Это ГТР, типа? Сейчас появится, или это что это такое? И вот опять, как... А, вот, вот, подожди, кто-то есть там. Что-то он не особо хочет гоняться, по-моему. Да не, Бронко мы должны обогнать, что это ГТР все-таки, ничего себе. Он даже не успел. Поэтому даже что-то париться не стал. По поводу карты. Так, тут сейчас камушки, наверное, лучше сделать вот так. Опасно. Опасно! Секунду. Тут лучше притормозить, а тут постоянно вылетаю. И снова вылетел. Ладно, нормально. Это плохо. Там я не хочу стоять, там у меня, ага, фунтик, супер, зашибись. Так, на Дарквоке мне кто-нибудь нужен слабенький. Жаль на Цуру. Хм, по-моему, Цуру не осталось. Их всех выбили. Так, может кто-нибудь поедет ко мне? Так, сейчас на удачу. Там вон есть, смотри, кто-то. Так. Там кто-то по трассе летит, да, по-моему? Это опасно.
На Таркоке финал такая себе идея, если честно. Прямо если уж вообще честно. Ну все, ГГ. Меня нашли. Кто это хотя бы едет? Подожди. А, иди сюда, подожди. Ну давай, мы этот автомобиль должны выбить. Тихо. Все. Фух. В последние секунды, считайте. Реально, там этот Диберти гонялся за Вольво. Зашибенно. Ух ты, родной, привет! Привет! Чё ты тут стоишь? Давай. А, он вышел. Соперник мой. Ну ладно. Окей. Так, у меня тайм-аут. Надо про это не забыть. И то есть выезжать надо где-то, ну, в 27, наверное, да? Нет, 28. 28, давай, поехали. Езжать надо где-то в 2. В 2. Мне. Пипец. Зачем притормозил? А, не, подожди, сюда именно нужно ехать. Стой. Подожди, это сейчас очень опасная штука, очень опасная. Да-да-да-да-да, это давай тут проскочим. Окей, хорошо. Так, Фунтик там что-то притормозил немножечко. Или это не Фунтик? Нет, это Фунтик. И это победа, по-моему, да? Фух. А это, друзья, потому что не сдался. Это все награда за то, что потому что не сдал. Сколько выбитых? 4. Ну да, я ж там. Зато кто, да? Trailcat. Потом Бронко. То есть, в принципе, я вышиб 2 семерки, как бы, и вот 5. Фу, друзья, вот такая получилась серия. Долгая, да, но зато победа. Зато победа. Огромное спасибо всем за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, поддерживайте меня. Это будет меня очень сильно мотивировать, выпускать новые видеоролики, в том числе и по Форзе, по другим играм. А по каким, можете писать в комментариях. Я прочитаю, поиграю. Еще раз, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.